Перед началом церемонии вручения главного документа в жизни каждого гражданина нашей страны в холле Ленинского управления ЗАГС ощущалось волнение. Я чувствую радость и одновременно горе, потому что я стал на один год старше. Когда уже мне исполнилось 14 лет, я уже думала о том, что скоро я буду получать паспорт, и мы, соответственно, сразу же пошли уже оформлять эти документы и так далее, и тем самым уже начинали потихонечку подготавливаться к этому. Ну и также, когда нам уже сказали, когда я буду получать паспорт, мы уже готовились к этой дате, думали, как я буду одета, во что, как это все будет приходить, во сколько, где. Началось мероприятие с гимна России, что придало ему еще больше торжественности. Юноши и девушки, достигшие 14 лет, сегодня получают паспорт и с этой минуты начинают нести ответственность за свои действия и поступки. С поздравительным и напутственным словом к ним обратились почетные гости. Теперь каждое ваше решение, каждый ваш шаг должен быть обдуман не один, не два, а намного больше раз. Поэтому я от души вас поздравляю от имени Московской областной думы, законодательного органа власти Подмосковья. Все у вас будет хорошо, все у вас получится. От вас зависит и будущее нашей малой родины, города Видное, нашего Ленинского района. Сделайте так, чтобы он был еще красивее, еще лучше. Стоит отметить, что ребята запомнят день получения своего первого паспорта еще и потому, что случился он в год 90-летия Ленинского района и Московской области. Сегодня паспорт можно оформить через Центр госуслуг «Мои документы». Руководитель учреждения также присоединился к поздравлениям. И хочется пожелать вам всяческих успехов. Хочется пожелать вам оптимизма, целеустремленности. Никогда не сдавайтесь. Будьте достойными гражданами нашей родной Родины. Поздравляю вас. По окончании официальной части молодых людей ждал музыкальный подарок – песни в исполнении воспитанников вокальной студии детской школы искусств города Видное. В финале мероприятия все вместе сделали фото на память, а новоиспеченные обладатели российских паспортов с гордостью показывали свои новые документы. Я немножко взволнован после произошедшего, но очень на душе хорошо и радостно. К паспорту стоит относиться бережно, а его первая замена, согласно законодательству, произойдет по достижении 20-летнего возраста. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.